Солид Леван, обсмейся до смерти. Что такое Solid Levan? Термином Solid Levan означает семейство дизайнерских наркотиков на основе производных катинона. Их воздействие на человека схоже с амфетамином и кокаином. Внешне они похожи на настоящий Solid Levan, поэтому их продают под тем же названием. Обычно на упаковках таких солей для ванн ставят пометку «Не употреблять внутрь» с целью избежать внимания таких организаций, как FDA. На самом же деле их содержимое не имеет химически ничего общего с реальными солями для ванн. Потребители солей для ванн могут испытывать головные боли, тахикардию, тошноту, галлюцинацию, паранойю и панические атаки. Согласно данным средств массовой информации, они также способствуют проявлениям агрессии и уменьшают восприимчивость к боли. Так как они похожи на амфетамины, то оказывают действие на центральную нервную систему, но об их воздействии на мозг известно очень мало. Так же, как и воздействие на тело. Соли для ванн можно съесть, вдохнуть, скурить или вколоть. Соли для ванн могут показаться классной штукой, но уж поверьте мне, мальчики и девочки, они угроза нашему миру, угроза всему нашему миру. И чтобы продемонстрировать воздействие солей для ванн, мы вместе отправимся в небольшой американский городок. Но такое может произойти в любой стране, может быть даже и в России. О, приветик, Тимми. Мистер, вы как в мой дом попали? Ха, не волнуйся, паренек. А чего ты такой хмурый? Да на улице дождь и делать нечего. Скучно мне. Хочется руки на себя наложить. О, ну что ты, Тимми, не надо так говорить. И в дождливый день на улице полным-полно интересного. Твое воображение твой лучший друг. По-пидорски это как-то, ты гомосек. Да ладно тебе, Тимми, не будь таким букой. При помощи воображения ты можешь даже... Ну, например, погоди-ка. Ты это слышал? Нет. Неужто это... Точно так и есть. Тимми, берегись! Ну это просто охуеть вообще. Приветик, Тимми. Тимми, не слушай его. Кто он? А что? Ну, ебучий дьявол, конечно. Круто. Я вижу, тебе скучно, Тимми. А не хочешь ли поторчать на соли для ванн? Не надо, Тимми. Мистер Сатана, мама моя говорит, вы плохой. Мама твоя, тупая сучара, Тимми. И то верно. Давай-ка оторвемся. Пару секунд спустя. О нет, дамы и господа, похоже, Тимми превратился в... дизайнерского зомби. Тимми, обед готов. Тиммина мама, берегись. Тимми, нет, Тимми, нет, не надо. Я тебя боюсь. Ны-ны-ны-ны-ны. На помощь. О, нет. Беги, сучка, беги. Тимми, нет. Пару секунд спустя. Как бесчеловечно. Сатана, надеюсь, теперь ты счастлив? Must be good for